Привет, друзья! Ну что, я рад приветствовать вас из солнечной Алании. Теперь наши выпуски будут выходить с этого чудесного города. Почему мы здесь? Как так получилось, что Алга Петербург теперь базируется не в Петербурге? И какие у нас грандиозные планы, я расскажу чуть-чуть попозже в следующих видео. Но у меня сейчас для вас выпуск интересных новостей из мира культуры, спорта, ну и всего интересного, что происходит в мире. Единственное, что на нашем канале вы точно не увидите политики. Так что, если вы готовы, тогда Алга! Российский «Спорт-экспресс» оценил шансы футболиста сборной Казахстана и Кайрата Нуралы Алипа перейти в петербургский «Зенит». Алип уже получил приглашение на сбор российской команды в январе. Сейчас вероятность трансфера невысока. Соглашение Алипа с Кайратом истекает только в следующем году. Отступные в нем 5 миллионов долларов. Сумму озвучивал сам президент клуба. Добавим, что «Трансфермаркт» оценивает Алипа в 1,7 миллионов евро. Это самый дорогой казахский футболист, играющий в местном чемпионате. Именно так говорится в тексте. Да, если переход состоится, то Али станет первым казахом в «Зените». Ну, если не считать Бауржана Исламхана, который находился на просмотре в «Зените» и даже успел сыграть в футболках питерского клуба. Ну и, конечно, главного футбольного казаха из Петербурга Андрея Аршавина. У «Оскара» впервые за 3 года появится ведущий. Церемония вручения награды киноакадемии США «Оскар» впервые с 2018 года пройдет с ведущим. Об этом сообщил директор ABC Entertainment Крейг Эрвич. В 2019 году «Оскар» прошел без ведущего, а изначально должен был провести его Кевин Харт. В 2020 году организаторы вновь решили обойтись без ведущего, и такое решение было принято из-за положительных отзывов. А до этого «Оскар» лишь однажды прошел без ведущего на 61-й церемонии, состоявшейся в 1989 году. Тогда награждение началось с музыкального номера Роба Лоу, где он спел песню «Proud Mary» вместе с «Белоснежкой». Эти 11 минут считаются худшими за всю историю существования премии. Интересное решение принимает киноакадемия, и связано не с тем, что рейтинги в последние годы упали, а в 2021 году рейтинг «Оскара» оказался худшим за всю историю киноакадемии. Мне, конечно, кажется, что ведущий тут ни при чем. Может, просто некоторые компании решили попридержать свои лучшие фильмы в надежде, что будут открыты кинотеатры и будет шанс сделать хорошие сборы. Так что не уверен, что в этом дело. Может быть, в этом году с фильмами «Матрица» и «Дюна» дела пойдут лучше. Кстати, финальный список номинантов мы узнаем только 8 февраля, а сама 94-я церемония вручения премии «Оскар» запланирована на 27 марта 2022 года. Впервые Казахстан выдвинул свой фильм на «Оскар» в 1992 году. Это была картина «Гибель Отрара» Ардака Амеркулова. И в лонглисты ленты от Казахстана попадали трижды. Это были «Монгол» Сергея Бодрова-старшего в 2008 году, «Келин» Ермека Турсунова в 2009 и «Айка» Сергея Дворцевого. В «Оскаровский шорт-лист» картина, выдвинутая от Казахстана, попадала всего один раз. Это «Монгол» от Сергея Бодрова. В этом году Казахстан выдвинул фильм режиссера Адильхана Ержанова «Желтая кошка» на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Кстати, в данной категории в этом году были получены заявки от 93 стран, что стало максимумом за всю историю премии. Так что я вам рекомендую посмотреть эти фильмы, если, конечно, вы их еще не смотрели. Ну и, безусловно, желаем премии успешно пройти в этом году и, конечно, удачи Адильхану Ержанову. Немного интересных новостей есть и в мире музыки. Нам в нашем инстаграм прислали казахского Энрике Иглесиаса. И сделала это TMX Almusha. И, как оказалось, Энрике Иглесиаса зовут Медет Утегенов. И он действительно крутой и талантливый вокалист. Мне вспомнился мой разговор с маэстро Толегеном Мухамеджановым, и помню, как он рассказывал, как простые ребята, с которыми он дружил в детстве, пели. А это уже, кстати, также замечала и Алла Борисовна Пугачева. В общем, большой привет Медету, желаем ему творческих успехов. Ну и, конечно, друзья, вы можете зайти в его инстаграм, ну и в наш, кстати, тоже. Друзья, ну а пока что это все новости на сегодня. Спасибо, что присылаете нам интересные новости в наш инстаграм и WhatsApp. Увидимся в комментариях и, надеюсь, уже в ближайшее время на наших каналах. До связи!